Здравствуйте, дорогие гости. Здравствуйте, уважаемые папы и мамы. Бабушки и дедушки. И гости, все остальные гости. Мы поздравляем вас с началом весны, с этим замечательным первым праздником весны, 8 марта. И мамы, папы, бабушек и всех поздравляем с этим днем. Мы благодарим вас за ваши подарки и теплые слова в наш адрес и в адрес детского сада. И хотим еще сказать вот о чем, что сегодня праздник не очень обычный, он посвящен не только женскому дню, но и еще он литературный, посвящен он кушаньям, особенно пирогам и блинам, которые любят ваши дети. И они об этом расскажут, и это покажут, и я хочу сказать вот что. Кормите своих домочадцев вкусно, чтобы в вашем доме всегда замечательно пахло, чтобы в ваш дом стремились и ваши домочадцы, и родственники. Будьте здоровы, счастливы, веселы, всего вам наилучшего. А сейчас мы дарим вам то, что приготовили. Поздравить рады воспитателей
детсада, и подружек, и сестренок, и, конечно же, девчонок. Мы порой не замечаем, как девчонок обижают и игрушки отнимают, за косички таскают. И за все, в чем виноваты, вы простите нас, девчата, не держите зла на нас. Все равно мы любим вас. Ну, после таких слов мальчишки обязательно должны исполнить серенаду. Красна пирогами. Сейчас мы посмотрим, что говорят дети на самую главную тему, которая их волнует. Очень я люблю супчик. И моя мама очень вкусно готовит щи. Я люблю, когда мне разрешают есть. Мы готовим с мамой сосиски в тесте и пиццу. Слава может готовить все, даже коктейли, рисы, ну и курицу. Но мама больше Славу готовит. Я, конечно, не ем блины, но могу съесть один. И еще я очень люблю яблочный пирог. Ну, мама редко готовит, но мы обычно в ресторанах берем. Моя мама готовит очень вкусные голубцы. Все делает моя мама. Когда моя мама печет пирожки, так вкусно от них пахнет. Мама пьет лучше печенье с шоколадами, котик и меньше.
когда другой человек хочет, мне не хватает времени. Мама готовит, например, рыбу. Я это не люблю. Я люблю обязательно есть рыбу, из-за того, что она полезна. Моя мама очень любит готовить пирожки с яблоком, малиной и клубникой. Всегда я люблю с яблоком, но я еще люблю разные супы. И мой любимый суп – это борщ. По выходным я езжу к бабушке. И бабушка мне всегда, когда я приезжаю, бабушка мне дает, бабушка изготавливает пирог коржик. Этот пирог сделан из муки, сахара и чуть-чуть соли. Она хорошо делает сырники, блинчики, оладушки. Моя мама очень любит готовить рис с мясом. Я просто его обожаю. Я люблю пюре тоже. Что я люблю, это тоже. Я люблю... Я люблю больше всего, типа рода сыра. Моя мама очень вкусно готовит пюре и сосиски. Я очень люблю делать салат. Там есть картошка, морковка и еще горох. Я умею готовить блины. Я кладу сначала туда масло, я потом их на сковородке их печу и кладу в тарелку. И мы с родителями их едим. Мы вчера пекли пирог, а мы его жарили на какой-то вот так. Называется это сковородка, мы жарили на ней. Потом мама, она еще блин переворачивала вот так. Бум, она вот так. Вот. Она переворачивала. Так пахнет и все. Так пахнет. Потом мы садимся за стол, мама нас зовет кушать с Богданом. Потом мы садимся за стол. Когда мы съели, мы говорим спасибо маме. Она говорит, пожалуйста. Пирогах, блинах и разных других хлебобулочных изделиях продолжают распространяться Егор и Алиса Тулябаева. Мама сделала пирог, я немного ей помог. В тесто положил корицу, вылил баночку горчицы, чуть-чуть щевицы, в общем, сделала все, что мог. Алиса? Вышла мама за пару, мы бегаем от рыбы, пробовали крошку, потом еще немножечко пирога с начинкой, осталось половинка. Если вернется, мама скажет, мам, он проглотился как-то сам. Oh,
Это блины мы пекли коллективные. А теперь представим, что мы с вами, дети, будем готовить что-то дома. Без помощи мамы нам не обойтись. Поэтому мы бы хотели пригласить двух мамочек сюда. Так, а еще и ребеночек на руках. Ребеночек на руках. Так, ну как, ваши мальчики помогут? Артема выскочил почему-то сын. Вот это странно. Ну, посмотрим. Ну что ж, победила, мне кажется, мама Артема. Помогал ей еще один сын. Браво! Спасибо. А сейчас мы пригласим пап. Вот, и вот с этим грузом надо собирать игрушки. Да. Дети, помогайте папам. Стихотворение Андрея Усачева. Пудинг, пожалуйста. Англичане любят есть на ужин пудинг, потому что пудинг очень вкусный блюдинг. Тот, кто любит пудинг и часто ходит в гости, не бывает худинг, а бывает толстинг. Начали! Пошли, 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 пошли. Так, 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 хорошо. Аккуратненько, спокойненько. Так, так, так. Берем, берем, берем. Так, отлично. Так, давай, 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 давай. Так, молодец. Так, 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 так. Отлично, молодцы. Так. Все, перескладывай, все, складывай. Все, собирайте, сейчас штучка будет. Все, видите, видите, все, все. Там дедушка. Будем на финишную прямую, а именно к бутербродам. Пожалуйста. Чудо математика Германия Шин. Он хлеб колбасою нам наш сложил. Потом результат положил себе в рот. Вот так человек забрал бутерброд. Как у наших у ворот за горою жил да был бутерброд с колбасой. Захотелось ему прогуляться, на траве мураве поваляться. И сманил он с собой на прогулку краснощёкую сдобную булку. Но чайные чашки в печали, стуча и бренча, закричали: «Бутерброд, сумасброд, не ходи из ворот, а пойдешь, пропадешь, муре в рот попадешь». Молодец! Что такое бутерброд? Это на это пол. Что кладется сверху? Масло, рыба, ветчина. Огурец, икра и сыр, и кусочек колбасы. Хлеб кладется снизу под, и выходит бутерброд. Молодец. Баллада о королевском бутерброде. Thank you.
ее величество спросила у наложницы, нельзя ли доставить масло на завтрак королю. Нельзя ли доставить масло на завтрак королю? Придворная молочница сказала, разумеется, пойду скажу корове, покуда я не сплю. Придворная молочница пришла к своей корове и говорит корове, лежащей на полу. Просили их величество, известное количество отборнейшего масла доставить к их столу. Ленивая корова ответила в просонье. Скажите их величеству, что нынче очень многие двуногие и безрогие предпочитают мармелад, а также шестерые. Придворная молочница сказала, вы подумайте. И тут же королеве представила доклад. Сто раз прошу прощения за это предложение. Но если вы намажете на тонкий ломтик хлеба фруктовый мармелад, король его величества, наверное, будет рад. Король его величества, наверное, будет рад. Тотчас же королева пошла к его величеству. И как бы, между прочим, сказала не в попад. Ах да, мой друг, по поводу обещанного масла. Хотите ли попробовать на завтрак мармелад? Что? Лопасти! Король сказал, о боже мой, король вздохнул, о господи, и снова лег в кровать. Еще никто сказал им, и кто меня на свете и называл там прежним, просил я только масла на завтрак мне впадать. Но эта королева сказала, ну конечно, и тут же приказала молочницу позвать. Придворная молочница сказала, ну конечно, и тут же побежала. Король Хлеф опять. И тут же прибежала в король Хлеф Хороший бутерброд!
вас решили. И каждый что-то сделал сам. Вот там идет раздача этих самых самоделок. Поэтому мы еще вам хотим очень сказать даже громко. Мы хотим, чтобы без причины вам дарили вы цветы. Улыбались все мужчины от вашей чудо красоты. Пусть им долго и печаль пойдут по стороной, чтобы каждый день недели был для вас как выходной. Испекли мы вам пирог, чтоб отведать каждый смог. Взяли полкило улыбок и совсем чуть-чуть ошибок. Смеха, звонка и радости всыпали для сладости. Наш пирог, на удивление, получился загляденье. Праздник завершаем и мамам пожелаем, все дети сейчас сажут хором, чтобы все счастливее были наши мамы дорогие! Спасибо за внимание. Принимайте подарки. Пожалуйста.